Привет всем! Вы на канале Просто Детки. И у нас сегодня новый квест в Шарараме. Приветик! Я хочу снять документальный фильм про защитников Шарарама. То есть про нас с вами, да, друзья? Возьми камеру у Пина и сними подвиги секретных агентов. А в награду получишь костюм или смешутку. Или костюм и смешутку. За два раза, да? Так, что у нас здесь? Что у нас здесь? Здесь у нас список секретных агентов, да? Их четверо. Так, а вот смешутка овощная и костюм секретного агента. Понятно. То есть нам их нужно всех найти. Но не все так просто. Привет, малыш. Я дам тебе лучшую технику для съемок фильма. Да-да, бери скорее. Выбери камеру, на которую будешь снимать фильм. Смотрите, они отличаются фактически только цветом. Та серенькая, та такая более белая, светловатая. А, можно цвет выбирать, да? Ха-ха! Вот оно что. Три варианта цвета. Прикольно. Не, ну мне и серая подойдет. В принципе, чего там уж. А, ну и нужно, наверное, ее взять в руки, иначе... съемки не будет, да? Так, вместо волшебной палочки... О, как раз мне под костюм подходит, да? Одеваю себе камеру. Хорошо. Пускай будет. Так. А ну-ка. Как раз такой прикид. Почти как у секретного агента. Меня почти не узнать. Ладно, идем искать агентов. Итак, агент 005, это у нас Морж. Кино про агентов. Корабли заблудились в тумане. Помоги мне проложить для них путь в порт. Выбери ближайшую к востоку зеленую звезду. Итак, север-запад. Так, стоп. Значит, раз тут... По-другому компас повернут, то есть север, а справа у нас юг, восток сверху, да? То есть все наоборот. А нам нужна ближайшая зеленая к востоку звезда. Вот она. Мы ее выделили, вот видите, сверху. Грубо говоря, на 11 часов, да? А миленько, этот эпизод для фильма готов. Найди других агентов и сними сюжет от них. В клубном квартале 002. Агент Змея. Сяо Мяо потеряла микрофон. Судя по звукам, он лежит там, где слышен радостный детский визг. Найти этот микрофон в Шарараме. Ну, логично, что он где-то в детском саду, да? Детский визг. Хотя в Шарараме везде детский визг. Но в детском саду больше всего, да? Микрофон ищем. Так. Где же он тут есть? Ну, вижу, народ тут присутствует, значит, микрофон тоже здесь. Да, я тоже не вижу. Нет микрофона. Но он должен быть тут. То есть проблема не только у меня, видите? По логике, да. Значит, а где же здесь он? И правда. Может, в чем-то спрятан? Вот мишка висит. Блин, я видел. Вот мышка наводится на эту обезьяну. Нажимая, а ничего не происходит. Странно. Значит, не здесь. Где еще может быть детский визг? Странно. Получается, видите, задание с подвохом. Есть тоже у нас парк аттракционов. То есть, по идее, на аттракционах тоже. Много детского визга, там, криков и все остального. Только вот, вот он стоит, микрофон. Вот видите, микрофон Сяо Мяо. То есть, здесь он тоже есть. Все сразу думают, ну, логично, что детский сад. Но дело в том, что дети же не только в детском саду. Дети и постарше тоже дети, как бы.
Так что вот, снято. Миленько, этот эпизод для фильма готов. Найди других агентов и сними сюжет о них. Вот и хорошо. На автодроме тут целая банда, смотрите. Призраков. Покрышки. Скорее, помоги мне открыть сейф с ловушкой для призраков. Введи код, нажми кнопки в правильном порядке. Итак, нажимаем. К у нас это... Это 4, да? Потом... Это Е, что ли, такое? Или что это? З перевернутая какая-то. Не пойму. Не пойму, что это вторая за кнопка. Слушайте, из-за этого можно ошибиться. Ну не Э, точно. Е. Ну, на Е похоже. Так, ладно. Так, 4, 3 получается. Просто 1. А, решетка. Потом опять 3, Д. Опять 3, Ж. А звездочка. И 6, да? О, все-таки Е было. Миленько, этот эпизод для фильма готов. Найди других агентов. Осталось только одного найти. Так что поспешим. Так, агент 007 с бандой. Просто с какой-то бандой. А, я принимаю новобранцев в ряды агентов. Понятно, банда новых агентов. А, принеси мне значки СА для церемонии посвящения. Ого, 6 штук. Но как всегда, я его нашел последним. Теперь ждать придется долго. Так, вот один значок. 13 минут. Вот второй значок. Еще 13 минут. Хорошо. Так, ладно, пока они обновляются, давайте я быстренько пробегусь по вашим подаркам и сообщениям. Время, думаю, сегодня будет на это. Итак, BV22. Ну или BBV. Спасибо за позитивную энергию. А Шарик. А Малыш Кыс. А Ваня 1К. А Принцесса. А Диоксид. А Крош. Саха 21 год. А Стайл Бендер. А... Короче, Кека. Просто Кека. Новый Егор. А что со старым? Алисия. Дефон Ченс. Милка Наташа. Киоко Айвейс. Пуф-пуф. Так, пожалуйста, мне не жалко. Дарю позитивную энергию. Акеми. Блэк Офф. Аскорбинка. Пожалуйста, ключик. Фредбер. Стэнли. Генри, тоже надо позитивная энергия. Пожалуйста. Дина. Бисли. Парлуша. Так, ключик Андрюше. Парлуша, ключик Андрюше. Санок. Или Санок. Мишарик. Милая Гайка. Сразу вспоминается Чип и Дейл. Там Гайка, помните все, да, кто смотрел? Соня, я Соня Э. Раньше не было этих всяких смешариков и так далее. Вот Чип и Дейл, помню, был. Яна, Милка, Андрюша, Оригамщик, Дирошарик. О, уже не помещается. Ну, почти все принял. Так, там что с друзьями? Друзья по-любому появились новые. Но не густо, в последнее время 22 человека. Хотя тоже немало. Так, с открытки. Открытка от Шарика. Спасибочки. Работать в кафе, ну это интересно, но это иногда и скучно. Так, малыш Кыс, спасибочки. Шайнер. Кошарик. Фредбер. Биби Бабос. Ха-ха. Шашарала. Кайла Рен. Умная муха. Милая Гайка опять. Яна Милка. Ханик. Мышонок Глеб. Шарала было уже, да? Натид. Или Натид, не знаю. Тимир. Крутой Сон. Топ Айджи. Крошич. Аркадий. Миранда. Ангелочек 22К. Ну, с открытками все. Там, по-моему, всего одна или две повторки было. Это радует.
А тут еще предлагают такого спутника, красивого кита, да? А то есть подарок кшека летучий. Интересно, а на какое время нужно купить карту? А, всего лишь на месяц получаете спутника. А, даже не на месяц, на 15 дней, тю. Привык, что раньше было всегда первый пунктик, это месяц. А сейчас вот 14 дней. То есть 150 рублей, это, грубо говоря, 2 сникерса купить. Получается вот такой спутничек. Ну ничего, красивый. Если бы я перед этим не купил на год карту, я бы, может, тоже купил. Ладно. Может и купить. Ладно, подумаю. Так, ваши сообщения по старому шарафону. Всего наилучшего из Самары. Спасибочки, BV22. Всего наилучшего из Никополя. Новый квест, ну, я с утра. Последнее время, когда вот новые квесты есть по Шарараму, если у меня есть время с утра, я с утра записываю, пока есть на это все дело настроение. А то вот если там бывает, как раньше, там часа в 2-3 дня записываешь, уже полдня прошло, там где-то что-то устал, где-то там что-то кто-то испортил настроение, уже как-то не такое. А с утречка бодрячком как бы так вот, грубо говоря, управился, и все. Так, Стивенсон, спасибо за ДР, наверное, за дружбу, да. Пожалуйста, 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 всегда рад. Новым друзьям и интересным сообщениям. Так, привет, я давно с тобой не играл, а... Можно поиграть вот в скачки, как раз задание. Я, кстати, кубок так и пока и не заработал. Лень, если честно. Привет, доберись до 10 уровня мага, да? И там потом дальше, типа, не забудь, там и так далее. Написано в следующих сообщениях. А я действительно забываю про это, слушайте. Да. Раньше как-то чаще были уроки новые, как бы, и не забывал даже. Ну, вот, не было такого, чтобы я прям... Вот первый раз обнулился у меня уровень мага вот на 5-й год игры, как говорится, вот в Шарараме. До этого все время он успевал как бы раз в 3 месяца урок проходить, а здесь как бы действительно про это забыл. Ну, спасибо за ваше напоминание. Возможно, больше не обнулюсь. Так, привет для Натид. Как накопить много румбиков, если не покупать? Ну, не знаю даже. Вот раз там в 5 дней дают 2 румбика, если заходить каждый день. Ну вот, представьте, за месяц можно заработать 12 румбиков, если каждый день заходить. За год это можно, соответственно, умножать на 12, да? 12 по 12, 144. Вот за год можно, если не тратить, заработать 144 румбика. Не знаю, много или там или немного. Наверное, много, ну, для всех, да? Так вот, если не покупать, то это единственный способ. Но хотя, с другой стороны, если вы покупаете Шарарам карту, вам все равно в придачу дают румбик, как бы. Ну, так что, если... Нет Шарарам карт, как по мне, то и румбики особо не нужны. Если Шарарам карта покупается, то вот румбики, ну, дополнительно даются. А вот опять пошли сообщения из прошлого. А, ник прикольный, алмазы в глаз. Так, привет, передаю с удовольствием. 16 июня 2020 года, то есть почти год назад. Вот сколько всего нас написано, в общем. Вторая рука сломана, о боже. Ну, я надеюсь, за год зажила, да? Да-да-да-да-да, вот видите, сколько вы пишете, а я это получаю только вот год спустя. Ну, ладно. За такое творчество. Сломанная рука, это излечимо. Ну, не в обиду, это просто, ну, вот, может, уже сейчас и не помню, что была рука сломана, но я вот это увидел только сейчас, поэтому такая небольшая шутка. Так, сходи в пиратскую бухту и попробуй откопать что-нибудь, там все равно лопаты дают. А может, что-нибудь хорошее найдешь? Я вот прическу нашел. А скоро начнется, вот уже весна началась, скоро
Надо будет на даче что-нибудь садить. Мне там лопату дадут, я накопаюсь, так что буду на даче копать, а не в пиратской бухте. А это еще более старое сообщение. Смотрите, 11 июля 2019 года. Тогда промокоды были. Кстати, сейчас промокодов что-то я и не помню, что были особо-то. Может есть, может я просто не знаю о них. Да, ну я понимаю, что некоторые сообщения уже не актуальны. Но все равно, вот мне, честно говоря, интересно вот почитать старые сообщения, то, что раньше народ писал. Вот, спасибо, спасибо. А вот сейчас, видите, 19 марта, как раз вот сегодня написано сообщение. Хотя и тогда писалось 2 года назад, и сейчас, как бы, ну, кофеек. Кстати, кофеек. Я сегодня кофеек еще не пил. Сейчас сделаю ролик, допилю, и потом пойду обязательно сразу делать. Эй, хочу себе тоже такую чашку. А ну-ка, купить. Стикеры. Блин, нет кофейка. Ладно. А, сэр, блин, вы чё, 60 румбиков навсегда? Да это круто сильно. Так, панда 3000, 33. Прикольно, гляньте, такое вообще. А, никого нет дома, не знаю, ха-ха. Любовь. Ну, куплю такие стикеры. Так. Ну, в принципе, панда пускай тоже будет. За смешинки не проблема. А вот за румбики, конечно. За румбики жалко. Хотя вот, конечно, лемур этот вообще прикольный. Слушайте, я, наверное, куплю лемура. Не пожалею, румбиков куплю. Зря я сюда зашел. Так, смайлы там, все такое. Тоже прикольные. Я вообще их не покупал никогда. Так, ладно. А, конечно, у меня стикера нет этого с кофе. Но зато можно показать, да, как... О, где, подождите. Где мои лемуры? Я ж купил лемуров. А, вот. То есть кофеек я люблю. Привет, Шарала. У меня тоже все хорошо. Вот напомнили мне про кофе. Захотелось кофе. Выпей кофе, будет еще лучше. Привет, привет. Когда привет скажешь? Ну, обещанного 8 лет ждут, да? Ну вот в данном случае всего лишь год. Привет, Гренл. О, Гренл, слушайте, прям как Грен был, помните, в этой игре Bugsnax про жука-нямок. Надо, кстати, в следующей серии запилить, то я про нее подзабываю иногда. Вот, прочитал ник, вспомнил, сделаю на днях. Так, Катя тоже вот год ждет, привет. Катя 7 лет, а, наверное, Катя 7 лет, может, в 2010-м, что ли? Да нет, сейчас бы ей уже было 21 год. А если это в прошлом году, ну, короче, не знаю, ладно, не буду высчитывать, просто привет, блин, передаю. Так, Влад, спасибо, наклейки. Это вот эти стикеры, которые я посматривал, да, это есть наклейки или что-то другое, я что-то запутался. А шарам-карта у меня... А где, кстати, указывается? Вот, 359 дней. Грубо говоря, год. Ну, а вообще все знать нельзя. Голова лопнет. Так, все, с сообщениями справился. Как раз вот и значки уже появились. Можно возвращаться. Так, кстати, вспомню, где вообще я их брал. В Сити вроде бы. Ну, в смысле, задание отобрал. А, ты снял сюжеты обо всех агентах. Возвращайся ко мне, чтобы закончить фильм. Бегу. Лечу. О, какая-то Нюша перекошенная. А, там овощи появились, ничего себе. Ой,
У нас беда. Агентов из нашего фильма превратили в овощи. А, то агенты. Я думал, это просто овощи, мутанты. Ладно. Это явно сделал не я. Ты единственный свидетель. Надо собраться с мыслями и решить, как вести расследование. Шеф, расскажи, когда произошло нападение. Шеф, как они превратились в овощи? На агентов наложено темное заклятие. Это явно дело рук того, кто владеет магией. Догадайтесь, да? Вероятно, в деле замешан Злобикус. А, в этом есть что-то разумное. Хочешь спросить что-нибудь еще? Да. Расскажи, когда нападение произошло? На агента кто-то напал и заколдовал сразу после ваших съемок. Значит, за нами следили. В этом есть что-то разумное. Ладно, готов раскрыть преступление. А как? Думаю, это Злобикус проследил за агентами и превратил их в овощи. Но как? Может, дело в камере, которую мне дал Пин? Посмотрим на его стол. Вот стол. Давайте посмотрим. А найди все детали, из которых Пин собирает камеры. А как я найду? Раз. А, вот, снизу. Тени. Два. Три. Четыре. И вот сюда пятая, да? Все? Да. А давай подробнее изучим эти детали. Встречаемся в моем укрытии в подземелье. Сейчас и мы превратимся в овощи. И все будут довольны. Так, Пин, шеф. Гутен так всем. Наконец-то мы в сборе. Пин, мы уже видели. Зачем здороваться? Найн, на съемочной площадке ты встречает гадкий самозванец. Я думаю, это Злобикус притворился Пином. Дай-ка взгляну на детали, которые ты собрал. Нет, я теперь никому не доверяю и детали не отдам. И зачем они, кстати? Ладно, держи, шеф, только ты можешь объяснить, наконец, что к чему. Дайте я посмотреть. Обычные детали. А вот объектив заколдован. Думаю, с помощью этих объективов можно подглядывать за всем, что снимает камера. Значит, Злобикус притворился Пином и дал мне камеру, чтобы следить за агентами. Надо его срочно останавливать. Конечно, камера записывала все и передавала злодею. Так он выследил агентов и заколдовал. Но как мы это сделаем? Мы устроим ему ловушку. Я даже знаю, чем привлечь Злобикуса. Просто надо снимать еще кино про агентов. Злобикус увидит его и прибежит на съемку. Отлично, снимем фильм и устроим ловушку злодею. Приманка для Злобикуса. Злобикус мечтает овладеть главными артефактами Шарарама. Принеси мне из их фотки, чтобы заманить злодея в ловушку. Итак, шар Умникуса, шаронит и граблика. Главный артефакт Шарарама, граблика Патыча, Атас. Волшебный предмет, который учит осторожности. Грабли. Камень, способный изменить законы физики. Согласен. Источник невероятной магической энергии. Но первые два согласен, а третий... Ну ладно. Грабли, артефакт, класс. Так, шар. А зеркало что здесь делает? Не понял. Артефакт Шарарама. Шар Умникуса. Снято. Ты сфоткал один из артефактов. Теперь найди остальные. Так. Как их найти? Проще. Через подземелье, да? Вот, шаронитный. Космодром и Копатыч. Ну, ладно, я уже так начал, чтобы не заморачиваться. Так, а где он здесь находится? Интересно. У капитана же. Капитана не было. Шаронит так хорошо защищен, что я его и не прячу. Кликни на отсек в полу, чтобы сфоткать камень. Вот отсек в полу, да? Понятно. Снято. Ну и отлично. Так, а где Копатыч? Блин, не знаю. Где Копатыч у нас? Его ж могут куда угодно засунуть. Ромашковая долина. Я сразу просто не прочитал, не запомнил. Слишком много букв везде. Так. Ого. Там целая куча граблей. Грабли Копатыча. Прикольно. Пока ты фоткал артефакты, я подготовил ловушку. Приходи на съемочную площадку, вместе мы поймаем злодея.
Хотя странно, что нам фотки дали без всяких там примеров. А, так, так, так. Когда будешь готов, надень камеру и кликни на ловушку, чтобы заманить злодея. Готов. О. Пин. Пин самозванец все-таки. Моя прелесть. Ого. Ничего себе ловушка. Какой-то шар левитации там. Вы раскрыли мой план. Опять все. Устал задействовать. Ухожу в отпуск. Ты зубы не заговаривай. Говори, как расколывать агентов. А Злобикус боится веселья. Давай заставим его слушать анекдоты ежика. А напугаем его пирожками совунья. Сразу подобреет. Давайте анекдоты заставим слушать. Нет, только не это. Я подскажу, как расколдовать агентов. Только помилуйте. Вот такой Злобикус мне нравится. Ну так и как расколдовать? Ага. А я сварю зелье 7 ветров. А ты для меня эти ветра собери. Прокатись на катере в порту и набери 1500 баллов за несколько раз. Понятно. Можно сразу, в принципе, за 3 румбика это все дело купить. Ну, мне ж не сложно, да? Давайте прокатимся. 1500, тем более за раз, но это не так уж и много. О, а что-то обновилось здесь, смотрите. Раньше не так было все. Уворачивайся от препятствий, буев, островов, камней и лодок. А, и бонусы... О, а что, X5 нету уже бонуса, видите? X2, X3, X4. Кораблики. Увеличивает скорость акулы. А, подождите. Замедляет. Немного по-другому, да, как-то? Ничего себе. Может, X5 все-таки будет? Просто не этот, не написали, да? Ой, больно. Вот есть X5. И кораблик. Блин, да что ж такое? Чаще нужно практиковаться. А, замедление есть. И топливо. Так, X2. И отлично. Так. Кораблик еще. Супер. Так. А, мимо. Блин. Тихо, 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 тихо. Что-то меня... 100, 100, 100, 100. О, даже не врезался. 45, на удивление. Кораблик. И сразу, конечно же, врезался. Оп. Нужно X5 брать. Ай, там 100 было. Блин. Лучше бы 100 взял, а то теперь с X2 там по 5, по 10 собираю. Так, ну уже, кстати, половина, можно сказать, собрана. Я жду, это не сильно долго, прям топливо есть. А, бона, бона. О, соточка. Блин, вот взять бы сейчас X5 и соточку. О, не оценил ситуацию. Просто тут быстро нужно все принимать решение. Ай! Топливо не взял. Зато кораблик взял. Хорошо. Замедление, отлично. А, нет. Нет, нет. Вот, да. А, отлично. Там пропустил опять сотку. И опять и 100 пропустил, да, и X5 пропустил. Да что ж такое? Еще и резался. 45, хорошо. Тише едешь, дальше будешь. Вот X5. А, блин. И нет очков, нет. 15. X5 опять было, блин. И 45, и 100. Что такое? Не везет, как с ним бороться. Так. Ай, видите, я перескакиваю, вот перескакиваю через очки эти вот, когда
О, с X5 100. Блин, вот как я мог 100 сейчас пропустить, скажите? Я просто завершил. Ну это просто... какое-то нереальное везение. Так, кораблик на всякий случай. Случаи бывают разные. 45. Ого, скорость. Замедление нужно. Но не таким же способом, блин. А, так уже хватает очков. Слушайте, а чего я тут? Тогда. Ты расколдовал агентов, а злобикуса мы так и быть отпустим. Теперь кликни на нас, чтобы получить подарок. А почему это мы его отпустим, я не понял. Мы тут старались, а вы его отпускаете? Преступник должен... не, сидеть в тюрьме, да? Агенты спасены. А вот твой фильм о них я у себя спрячу. Пусть лучше он секретным останется. Овощная смешутка. И костюм. Ну, не знаю. Костюм, костюм потом соберу еще раз. А вот смешутку можно взять пока. Так, а ну-ка. Как она выглядит? Ой. Она хоть навсегда? А, на кого-то что? На себя могу? Класс. Одинаково всегда или нет? А что, это на время, да, вот? Часики тикают. Это типа как перезарядка, я не пойму. Не могу использовать. Типа, чтобы часто не пользовались. Прикольно, конечно. А, ладно, друзья, на сегодня наш выпуск завершен. Все, что хотел, сегодня успел. А, квесты, сообщения, подарки и все остальное. Надеюсь, он вам понравился. Если так, то поддержите это видео своим лайком, комментарием. Ну и оставайтесь с нами. До новых интересных квестов. Пока-пока.